Полное описание и точки выхода 8 серии нового сериала «Спроси Марту». 8 серия сериала выйдет на Первом канале 5 октября. В новой серии мы увидим, как у Бориса был имидж семьянина, а Василиса вечно пропадала на гастролях. Марта, во что бы то ни стало, хочет помочь женщине, ведь они обе оказались в схожей ситуации. На решающем заседании по делу о пожаре в торговом центре Dream West Марте нужно совершить невозможное, чтобы доказать невиновность своей подзащитной Аллы Березиной. Однако в этот же день ее ждет еще один суд по опеке над дочерью, который она тоже обязана выиграть. 8 серия сериала выйдет в эфир 5 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.